жилка. Вот тут интересный камень нашел тоже. Кварц. А в кварце не знаю что. Скорее всего ничего, просто какая-то порода. Довольно чудная такая. Интересная. Вот. Смотрите, какие корочки халцедоновые. Интересные. Правда, солнышка нет, поэтому они не блестят сегодня. Дождище промочил насквозь. Ну ладно. До следующего раза. Теперь уж, наверное, летом. Сядем на камушек, переколем. Хорошо. Ни души. Еще один ярус остался. Ну вот, Алис. Грунт подмороженный, а сверху глина, поэтому катушка получается. Вот это примерно то, о чем я говорил. Сверху оттаяло. Снизу подморожено, все, разок упал и превратился в кусок глины, в комок глины. Там размыло, поэтому надо верхом обходить. Вот, кто-то кого-то шмякнул, одни перышки остались. Так, ну вот, как не хотелось вниз идти. Вот что тут сотворилось. Оползень какой. Ступишь и поедешь по этой горке. Ну вот, пока съезжал тут. Фух. По пути попадались интересные вещи. Ну, вот эти какой халцедончик. О, шматок такой. Конечно, надо его взять с собой. Вымыть, может, рисунок интересный будет. Вот такой вот чача. Весь процесс. В этой чаче еще удалось обнаружить халцедончики. Ну, это мыть надо, конечно. И вот эту штукенцию. Тоже, как ее, коренной камень, что ли, называют. Вот этот кусок. В данный момент дерьма надо вымыть. Стою, боюсь сдвинуться.
сразу вниз съеду. Ну да ладно. Чуть ли не розочка. Пойдем дальше. Застыли без усы. Угу. Живет еще. На солнышке погреется. И живет. Красота какая. Как играет. Интересные корочки. Хорошо. Красиво. Красота, красота. Да. То же самое. Красиво сюда. Ну вот, наверное, гранатик-то. Мелкий, мелкий, мелкий. Ну, вот так вот, может, видно будет. Отсвечивает солнце яркое сегодня.
штука. Наверх не полезу, потому как катиться будет вниз долго. Потом уже так ездил. По халцедону весьма неприятно. Что-то опаловое. Вот сюда вот. Положу потом. Воды больше будет, отмоет. Кто пойдет, увидит. Вот тоже. Такие вот курочки. А сбоку-то вообще как оникс. Ну, отмыть, может быть, что-то будет представлять собой. Опа, ладно, еще один шажок. Стоять. Одни жуки тут плавают. Какая сеточка интересная. Тоже такая же. Ну, какие натечные формы. Чего только не бывает. Смотришь, смотришь, баха там. А что там? Ничего там нет. Точно разноцветие. Сейчас тут аппарат достану, пофотографирую. Цель-то в этом состояла. Нечто опаловое. Опаловое нечто.